У нас 27 апреля 2017 года. Вот, поселок Потеряевка. Брат наш Никита приехал тут. Сразу с утра включился в работу. Батюшке помогает. Убирать тут шлак. Сейчас он даже, Игорь Александрович, барабаш ему разрешил на тракторе даже увезти это дело. Он так и не знает, куда везти. Ну там, на дороге не где то что-то. Тут же гвоздей нету, батюшка, да, у вас? Не должно быть. Где попадет? Вот. Больше попадет. Ну, тогда ты можешь попадет. Здесь сторонку да, куда-нибудь вывалить. Нет, а вообще-то я... Дрова там не хорошая, да? Удобнее так потом держать. Тут у батюшки вот скворечники. Батюшка, у вас живут эти скворцы-то? Да. Живут, да. Кто-то там щебечет. Вот, 5 скворечников. С утра все работают. Игорь Александрович убирает поле у себя там. Да уже убрал, наверное, гречку, которая осталась у него с осени неубранная. Там брат Роман занимается своим хозяйством. Его сейчас не видно там. Машину у Игоря ремонтирует. ГАЗ-66. Белорус 121. Птичка интересная, хвостиком подрагивает. Господа, все чудно. Удивляешься просто. Дивные дела твои, Господи. Воистину воскресе. О, даже еще лед сохранился. Это ладно, растает. Ну да, тут она. Подберем золу просто. А даже тут и угольная тоже, да, шлак? Да, это угольная. Угольная, да? Ну так-то немного за зиму накапливается. О, раз половина разнесло. У нас тоже же на ползунова хороший уголь, он много сгорает. Там шлаку мало остается. Ну, все.
Если, значит, куда? Едешь прямо и налево повернешься тут, как на второй мостик ехать. И там где-нибудь на дороге вывалишь и раскатать его. На дороге? Ну да, там ямка где есть. А там полно есть. Ну то есть, повернешь налево. Только смотри, вперед не ехать. Да. Только назад. Пойдем. Давай, братец, вспоминай. Чему тебя там брат Игорь учил? Что это за рычаг-то? Только передач. Я не помню, какую там. Так, я думаю, что это тут первая. Он с первой или с нейтральной называется. Ага, нет. Кажется, вот это. Не это. Ничего, нажимать не надо из педаль-то? Пока. Я нажал сцепление. Угу. То есть зависит от скорости, да? Ну позвони тогда ему. Да, ну все они с этого, все заводятся с этого. Подожди, он седьмой заводится, подожди, я уже не помню. Помню, что вперед куда-то сюда. Мне главное завести, а то дальше я уже помню все. Видишь, должно сразу зажигание быть. Ну можешь, позвони ему тогда. Вот какая-то особенность тоже. Вчера Роман малыш тоже ремонтировал, он этот, ГАЗ-66. А у него это, там кузов не опускался, оказывается, там какая-то внизу пимпочка есть. Батюшка залез, ее там сделал, все, и кузов сразу опускаться стал. Доброе утро! Вот, Елена. Анатольевна тоже барабаш. Пошла учить ребятишек. Все так просто. Наука нужна во всем тоже. Вот так вот, слава Богу. Я так-то все помню, как заводить, только вот передачу какую тут, как рычаг-то, в какое положение-то поставить. Да, да. А, лево до конца, а, ну да. О, да. Так, а дальше что? Так, ну вот. Не работает. Что-то еще надо. О! Значит, столбный. Ничего себе ты. Круто, однако. Ковшик под ней. Его загнуть надо. Лиза, ты что? Сейчас я угадаю. А все, поехали. Он просто, да он полный. Он просто, видишь, и ты его не поднял, поехал. Вот из этого лочек. Повредил там немножко. Когда кузов полный, только на самой низшей передаче нужно ехать.
давай, брат, остановись, я тебя вылезу. Где он? Рычажок. Храм у нас тут. Там вот тоже склад у Игоря Дорогаша. Тут у него разная техника тоже стоит. Вот тут у нас надпись: на территории деревни курить запрещается. Вот тут поднялась водичка на расшотах. Дерево тоже интересно какое. Это дикобраз какой-то. Вот такое интересное. Там вот подняли. Вода стоит, с ливом тоже вода там стоит. Так вот, слава Богу. Трава еще лежат у нас, холодная область.